トトВсем привет, с вами Ворма, это игра Спор, которую мы продолжаем, ну, так сказать, проходить. Остановились на том, что совершили первое переселение, первые потери, первые войны, так сказать, у нас были. И мы продолжаем эволюционировать дальше. Увеличиваем хвост, сделаем что-то типа шеи. Как-то так, я думаю, будет у нас теперь выглядеть наше существо. Пока еще сутулое. Но при этом теперь... с руками. Так, ну хвост нужно завернуть немного, чтобы он мог висеть нормально. Чтобы мы могли ходить правильно. И немного прямо. Так, кисти добавим. Фалангеры есть. Нужно что-то с защитой, чтобы можно было и бить, и защищаться. Вот, есть как раз такие же, которые у нас были. Ноги. Почему не нравится-то? Тихо, тихо. Куда-нибудь вот сюда их помести. А это такая шея, типа, мощная изначально. Только нужно, чтобы ты мог еще при этом ходить нормально. Понимаешь, да? Ноги, я не знаю, я не хочу делать их двухступенчатыми. Пусть будут с обычными коленями. В принципе, более-менее это нормально меня устраивает. Ух ты! А такого, кстати, не помню. Я забыл про это. Тоже здесь еще есть второй типа этап. То есть можно, в принципе, да, давайте ему руки сделаем помощнее. Какие-нибудь вот такие, типа на защиту они теперь стоят у нас. Только что-то они, блин, расположены как-то идиотски изначально. Как-нибудь вот так вот. Но нет, это совсем, блядь, не то. Вот так вот. И кисти сами ставим опять эти... вот такие. То есть руки стали, наоборот, мощнее, чем ноги, короче, в итоге. Или нет? Ноги тоже давайте будут шиповые у нас. Сейчас я просто из них сделаю нормальные. Сейчас попытаюсь их вывернуть еще нормально коленками вперед. Так. У нас же стоит еще DLC здесь. А, вот там типа красивый и некрасивый, что-то такое. Слишком резко он как-то выпрямился, на самом деле, получилось, но думаю, сойдет. Так, и 4 палых у нас теперь. Лапы сразу стали. 4 палые. Как-то вот так внезапно он стал выглядеть. Так, но это еще не все. Теперь мы улучшим наши всякие остальные части тела. Например, рот. Чтобы у нас стало лучше пение и укус. Теперь губы появились.
Что-то типа это, ладно, сойдет, я не знаю, он стрёмный. Десять. И глаза давайте теперь сделаем такие, как-то, не знаю. Такие-то. Это слишком щуристый какой-то. Типа сонный такой. Уставший чувак. Так и довольно. Так, хай, ты можешь? Думаю, нужно серый цвет теперь отменить основной. На какой-нибудь, не знаю, желтоватый, может. И текстуру поменять еще. Не, не нравится мне желтый такой. Ему нравится, судя по всему. Ну раз ему нравится, то и нам нравится, да? Окей. Так заулыбался еще. Ну я так предполагаю, что наше поселение опять сейчас уйдет куда-то. Такие лапцы у него. Он на металлический теперь похож. У нас теперь появился удар. С помощью кистей. Он на металлический теперь похож. Так, подопечных нужно себе взять. Как можете заметить, у нас изменились пение и танцы и все остальное. Блин, он реально металлическо похож, нужно будет потом текстуру изменить. Ну да ладно, пока идем. Так, идем в обратную сторону, нужно отомстить нам этим мудакам, которые нас напали в прошлый раз. И параллельно еще подружиться там или подраться с остальными всеми. Так, ну они, я думаю, примерно нашего уровня. Созвал свое племя, получается, еще. У нас больше и у нас лучше части тела. Отлично. Пух-пух. Блин, этот двух созвал, смотри. Ой. Не понравилось, да? Прости, я не хотел. Я не умею еще позировать так, как ты. Так, и последний. Тоже вожак. Я не умею позировать, алло. Я не умею позировать. Отлично, идем дальше. Как-то руки болтаются вообще бессмысленно. Эти защитные какие-то кисти и все остальное, они не особо нужны, получается, да? Толстяк, вожак. Блин, мы со всеми дружимся, это плохо. Это у нас слишком сильно в дружелюбие уходит. Нужно будет потом кучу перебить мобов всех. Ну чё ты там насобирал так себе, а? Блин, я не умею позировать. Чё такое? Чё такое?
Судя по звукам, падают метеориты какие-то. Я что-то не вижу ничего. А еще, кстати, прыгать разучился. Вот метеориты. Ой, по мне залетело. Зря он напал, лошара. Мы теперь разрушим их стаю нахрен. Что такое? Мы победители. Надо их добить. Вожаки есть? Есть вожаки. Вот таким вернулся ты домой. Видишь, как у тебя жрают твою семью или типа того у тебя на глазах. Все, они были убиты. Вожака жалко не добили. Блин, вообще почти не пошло нам в минус. Нужно еще перебить. Пойдем. Штурмом. Воу! Спокойно. У нас тоже есть стелс. Блин, фигово, что я не могу прыгать теперь. В такой форме. Так, ладно, пойдемте назад. Там проще всего перебить всяких мелких. Гррр, какой-то. Блин, 32 у него, смотри. Отлично, один готов. Хлебальник открыли. А, наши убили, сука. Мы стали еще больше. Отлично, мозг существа стал еще больше, и теперь вы можете принять стаю еще одного собрата. Слышу, дверь. Там вожак есть, но ладно. Похоже. Вот теперь нужно нам срочно перейти в нейтрал. После чего потом постоянно фиксировать в голове, в какую сторону мы идем. Потому что будет очень плохо, если мы перейдем случайно в хороших по окончанию. Давайте пока войной пойдем, короче. Наше племя познало свою силу. Блин, вот надо было на тех нападать. Эти сбежали. А тут есть такие вот твари еще.
хорошая. Блин, будет сложно убить на самом деле. Я думаю, давайте сделаем вот так. Это наша помощь? Здесь 10 хп, серьезно? Блин, я даже не знаю, как к ним подступиться. Давайте лучше этих перебьем сначала. Жалко их, правда, но, блин, эволюция. Блин, реально на металлического похож, на стального какого-то. Утколапы. Блин, очень медленно идет снижение. А, теперь все сагрались. Но мы выиграем, ладно. Нужно эволюционировать дальше, я думаю. Уже достали достаточно много элементов. Но, блин, не могу никак перейти я в нейтрал. Надо еще перебить несколько племен. Вот, я вижу, с кого мы начнем. А, черт, они видят прям сразу отсюда, издалека. А пусть видят, у меня тут хилк рядом есть. Может, порычал, я ушел, да? Как бы не так, сука. Нашу сейчас убьют так, сука. Сейчас убьют нашего. Убили нашего. Плохо. НЛО пролетело, смотри. Грокс. Какой-то. И они изучают нас, суки. Думаю, нужно вернуться в племя. Нужно отожраться, эволюционировать и так далее. Это туда. Так, а куда мы пока идем? В адаптацию уже перешли, но нужно еще пару войн устроить. Ой, он напугал меня. Плавать, смотри, даже мин. Только это какие-то нейтральные мартышки. Волосатые. О, сколько фрагментов у них, смотри. Да тихо, тихо, не бей никого. Иди палку возьми.
наши, да? Это наши, идем к нашим, эволюционируем. Кого-то забрали. Ужас. А где яйцо? Почему яйца не видно? Во. Ой, блин, жесть. Такая веселая игрушка. Так, ну что там у нас со всякими кистями, ногами? Если более такие продвинутые руки, давай их используем. Вот, блин, только тупо то, что они, блин, как-то криво встают сразу на место. Так, во-первых, мы тебя сейчас изменим сначала, погоди. Во-первых, у тебя появится что-то типа жопы, только поменьше. Это вот так, вот так. Грудь, шею саму мы уменьшаем. Это образуется все у нас в голову, или типа того. Хвост, думаю, можно сделать покрупнее. Я не знаю, будем ли мы его сохранять вообще, или не будем. Блин, вот прямо он ходить не может, потому что, видишь, его колбасит. Ну или давай у тебя он будет снизу-то протекать, чтобы ты мог нормально стрелять, короче. Дикость, конечно, но похер. Пусть будет. Фу, это похоже на кое-что. Мужское, так сказать. Так, рот у нас там есть новый какой-нибудь? Этого плана нет. Просто можно такие вот челюсти сделать, колебальник куда-то поставить, смотри. Ой, жесть вообще. Блин, мне нравится, пусть будет. Типа челюсти какие-то. Но при этом всеядный. И добрый будет. Носов, кстати, еще нет до сих пор никаких. Вообще, вообще носов нет до сих пор. Это как-то неправильно. О, зато есть глаза какие-то. Не те, но я хочу обратно серые совернуть. Обычно такие добрые глаза. Уши оставляю как есть. Так, дальше руки. Кто-то мускулистый, блин. Блин, можно как-нибудь вот тут пропихнуть туда вот? А зачем вообще? Пусть путь назад. Будем представлять, что он типа выгибает его сам, короче, самостоятельно. Такой чудик вообще, не могу. Так, во-первых, кисти еще надо сделать. Крюколапы.
то, что надо. Эти надо подлиннее сделать еще. Как у кузнечика прям получается. Только он прыгать не умеет, да, правильно? Да, бегать умеет, прыгать нет. А он таких сможет. Но не сможет бегать. Окей, давай тогда мы себе вот эту штуку заменим. Так, удар нас кистями еще ждет, да? Да, четвертый удар. Монстр прям какой-то у нас. Дикое. Такое чудрило вообще. Во. Так. А прыжки я не могу этим настроить ничем. Только крыльями. Ну давай крылья у него появятся, ладно. Раздели как-нибудь, пожалуйста. Не. Теперь умеет прыгать. Отлично. А позирование у нас где? А позирование в руках, по-моему, идет. Блин, это не хватает нифига. Будет с лепесточком так, давай. Во. Сойдет. Ходит только как дебил. Надо ему ноги как-то сдвинуть поближе. Да не так, стой. Ctrl-Z. И не так, нет. Как-то вот так вот внутрь. Что-то типа этого, наверное. Сойдет, думаю. Такое чудовище вообще. Во, теперь не металлик вообще. Так. Думаю, тут на такие штуки заменим. Зеленого откраса. Или даже черный, черный, давай. А если красный, например? Во, красный больше нравится. А это мы изменим на ничего не будет вообще. Ну-ка. Нет, неинтересно, это какой-то
Безликий становится. И то. Во. Жесть, монстр вообще. Окей, сойдет. Ладно, давайте тогда на этом заканчиваем. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. В следующий раз обязательно посмотрим уже, что у нас там будет с существом дальше. Попытаемся выйти уже на этап племени. А пока можно насладиться расовым переселением массовым. Ваша стая переселяется на новое место, следуйте за ней, чтобы занять новое гнездо. Но это уже все говорили. В общем, да, как я уже говорил, всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Всем удачи, всем пока.